участники – самые талантливые молодые люди из разных населенных пунктов региона, а также гости из Нарьян-Мара. Всего около 20 человек в возрасте от 16 до 25 лет. В этом году смена посвящена народному творчеству. Социально-культурный центр «Престиж» для участников подготовил насыщенную программу, которая включает в том числе мастер-классы от молодых преподавателей из Москвы. В теории и на практике активисты познакомятся с основами русского народного календаря, правилами и принципами танцев, хороводов и различных состязаний. За 10 дней работы лагеря ребята научатся организовывать мероприятия и смогут стать активными помощниками работников культуры при организации игровых площадок. Тема, значит, нашего форума – народное творчество. Всевозможные обряды, вокал, танцы старинные, игры. Помимо этих занятий у них еще проходят разнообразные мероприятия. Дискоигровые программы, викторины, конкурсы живых социальных роликов, фотокросс, фотосессии. Молодым людям на территории лагеря предстоит жить по расписанию. Утром обязательная зарядка, после завтрак и учеба. Каждый вечер активисты будут выбирать героя дня. Также в планах организаторов на один день вывести участников арт-квадрата в Нарьян-Мар. В столице округа для ребят проведут большую экскурсию.